Ежедневно старший участковый уполномоченный отдела полиции номер 3 Виктор Муравьев совершает подомовой обход на подведомственной территории. По его словам, за время этого рейда по железнодорожному району Рязани надо обойти несколько квартир, в том числе неблагополучных. Бывают, да, различные категории. Неблагополучные семьи, лица, употребляющие алкоголь, наркотические средства, стоящие на учете как ранее судимые, находящиеся под административным надзором, владельцы оружия. То есть список получается объемный достаточно, и времени приходится много уделять этому, ежедневно причем. Надо сказать, что нынешний рейд проходил накануне дня участкового уполномоченного полиции. Поэтому к своему участковому Виктору Муравьеву могли присоединиться все желающие жители железнодорожного района. Например, решила познакомиться с трудовыми буднями инспектора Мария Данчева. В сентябре у нас там случай произошел, в общем, соседям там дверь подожгли, я вызвала пожарных, вот. А пожарные сразу позвонили в полицию, потому что это был поджог. И Виктор Сергеевич сразу приехал, то есть мы вот познакомились при таких обстоятельствах. То есть на следующий день он пришел, также спросил, то есть все ли нормально, как это. Первый адрес квартиры, где, по оперативным сведениям, проживает предполагаемый владелец оружия. Впрочем, в ходе разговора с открывшей хозяйкой выяснилось, что эта информация не подтвердилась. Далее, уже в соседнем доме, участковому нужно проверить жалобу от жильца, отравившимся недавно суррогатным алкоголем. Однако дом его застать не удалось. Опрос соседей показал, что мужчина, в общем-то, ведет приличный образ жизни, жалоб на него у них нет. Виктор Муравьев говорит, что зайдет сюда еще вечером. Следующий адрес – общежитие. Здесь проживают люди, находящиеся под административным надзором. Хорошо, так, а почему не пришли, не отметились в этом месяце? Да и забыл, если честно. За время обхода к Виктору Муравьеву подходили простые жители и жаловались на шумные компании под окнами. Участковый пообещал горожанам в самое ближайшее время разобраться с нарушителями. Так что работы у полицейского инспектора всегда хватает.